Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот подставку для телефона из фикс прайса. Стоила она 200 рублей, что ли. Сейчас точно цену уже не помню. Вот так она выглядит. Кстати, хотела такого цвета, но были у нас все черные. Так, она регулируется угол наклона и высота держателя. Компактно складывается. Нескользящее покрытие. Так, ну и вот здесь вот. И давайте ее посмотрим. Такая, знаете, не совсем легенькая, но такая это. Вот, господи. Ага, во. Вот она. Она аж прям до сюда вот даже аж поднимается. Как высоко. А, вытягивается. Опа! О, какая. И сюда. А, эти, кстати, складываются даже. Двигаются. Так, посмотрим. Телефон. Угу. Можно вот так. Так. Ну, туда, конечно, понятное дело, он упадет. Не знаю, почему у нас сделано прямо аж до такой степени. Ну, где-то вот так вот. Можно. Можно вот так вот. И сидите спокойно, смотрите фильм, например. Или, допустим, в ТикТоке, в лайкере решили себя записать. Ну да, даже вон до сюда. Если, в принципе, что-то вот тут вот такое придумать, то, в принципе, она может стоять и вот так вот. Обвязать чем-нибудь. Так вот. Не стоит ничего. Оп. Здесь, кстати, тоже такая поверхность. Резиновая, что ли. Ну, вся такая, кстати, интересная, такая нужная вещь. Так, как она у нас? А, вот. А, ну, да, они двигаются, потому что она складывается. Здесь есть, кстати, штучка такая. Я раз. Так вот. Ну-ка, а можно еще вон как смотреть. Допустим, вам пониже надо, чтобы она была. Так, оп, и все. Чтобы, допустим, перед столом. Оп, можно вообще сделать вот так. Прям, смотрите, она такая многофункциональная. Или, допустим, так вот, да. Раз и снимаете что-нибудь, поставили, что-нибудь снимает она у вас там. Как будто бы просто стоит. Или вот так. Оп, и все, да? То есть так, сяк. Кстати, очень классная вещь, такая очень удобная. Для телефона прям вот самое то. Назад, соответственно, она не двигается. Если еще, кстати, попросить так выдвинуться. Ну, может вообще вот так сложиться. Такая. Кстати, очень двигается она очень плохо так вот. Ну, как бы не совсем еще разработана. Не знаю, там как будет потом. Но я думаю, что что-то потом. Потом можно будет еще что-то придумать. Но вещь классная. Такая мы с вами, смотрите, везде рассмотрели. Такая черная. Вся такая. То есть, вот, видите, я напрягаюсь даже, чтобы ее просто сложить. По весу, ну, не знаю, ну, грамм 150-200 она. То есть, ну, не совсем прям легкая. Вот, такая нормальная. Хотя в упаковке, честно, смотрелось, что легче гораздо, как будто она подставка для телефона. Вот, такой был у нас с вами обзор. Кстати, обзор на телефон есть. У меня тоже, кстати, можете посмотреть. У меня Oppo Reno 5. Здесь даже вот написано, есть эмблемка. Он такой у меня
симпатичненький, красивенький. А! Вот видите, какой классный телефон. Кстати, он очень-очень легкий, и здесь он прям хорошо лежит. Потяжелее телефон, ну, в принципе, тоже, кстати, выдержит. Вот, на него можете посмотреть обзор, на этот телефон. Вот, и с вами был канал ArtMoney, на сегодня у нас с вами все. Смотрите другие ролики, другие обзоры на технику, на продукты. У меня очень много всяких шоколадочек. Также есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Как мы с мужем готовим на кухне. Всего очень много всего интересного есть. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам ролик понравился. Пишите комментарии обязательно. Может быть, я что-то не то делаю. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMoney. Кстати, вот сейчас уже уходя, заметила, что тут вот коврик как будто отклеивается. Не, ну, конечно, это все можно будет доклеить, но как-то видите, держится потом. Ну да, там видно, что клей такой вот. И то есть она, видите, да? Ее закрываешь, она открывается. Ну, не знаю, может, все так, кстати, не знаю. Вот здесь вот маленький бугорочек видно есть. Видите? Вот есть, тут нету. И тут нету. Ну, такие маленькие дефекты есть, но, в принципе, отличная вещь. Так что пишем комментарии, подписываемся, смотрим другие ролики.